Парк Куйбышевской железной дороги пополнили 7 новых двухэтажных вагонов СВ. Они войдут в состав фирменных поездов «Самара-Москва», «Пенза-Москва», «Ижевск-Москва». Один из наиболее актуальных сервисов – система обеззараживания воздуха при помощи ультрафиолетовых ламп. Кроме того, в вагонах есть комплекс, который при помощи двух фильтров удерживает пыль и неприятные запахи. Также для удобства пассажиров предусмотрены и другие функции, установленные для комфортной поездки. Для вашего удобства под столом находится индивидуально у каждого розетки на 220 вольт. Беспроводное зарядное устройство на столе есть под скатертью, куда вы можете положить свой телефон и зарядить его. Также у вас есть монитор, там развлекательные передачи идут. Посадочных мест 30. Это купе с двухместным размещением. В данное купе оборудованы мультимедийной системой, оборудованы телевидением, оборудованы с системами Wi-Fi. Также в этом вагоне имеется душ для пассажиров, гладильная доска,